Всех приветствую. Вот сегодня приехали на дачу. Такая у нас тут красавица появилась. Но речь не о ней, а о том, что уже автомобиль достаточно у меня грязный стал. Вот в таком виде. Ну и желательно помыть его. Суть ролика такова, что в ней будет освещаться два вопроса. По поводу того, где взять воды. А воду еще не дали. Летний вариант еще не работает. Может, через неделю, через две. Вот. И второй вопрос. Использование вот такого насоса, с помощью которого мы создадим рабочее давление. Вот в этой автомойке. Сама мойка, ну, не сильная, не слабая, но если мыть по некоторой технологии, а мою я таким образом. Вначале сшибаю грязь, сколько сшибется. Потом наношу вот такой шампунь. Шампунь Эко. Какой-то биологический, не вредит природе. Наносим шампунь, ждем некоторое время и снимаем остальную грязь. Ну, с водой проблема решается таким образом. Вот есть такая бочка, она почти что полная воды. Можно, конечно, этот насос было бы забросить туда. Ну, во-первых, у меня шланг короткий. И там на поверхности, и где-то, может быть, чуть ниже поверхности, мусор. А вот из крана течет вода без мусора. Поэтому мы сюда, под кран, подставляем бадью. Вот она, бадья. По-моему, здесь литров 50. Погружаем в нее насос. И начинаем мыть. Поскольку здесь розеток рядом нету, значит, будем запитываться из дома. На этот случай у меня есть вот такой вот удлинитель. Здесь 50 метров. Намотан на катушку, которую я сам изготовил. Ну, кому интересно, пишите, расскажу, как я делал, и маленький обзор устроим. Подключаемся и начинаем пробовать. Вода налита, сейчас погружаем насос, для того, чтобы он своим носом не касался дна. Я заблаговременно вот такую веревку прикрутил, и сейчас мы посадим его еще и на палочку. Thank you.
видно, что всю грязь полностью не снимает. Слабенькая она у меня, автомоечка. Поэтому сейчас наношу шампунь, выставится минутку и смоем, попробуем. Шампунь этот нехороший, так скажем, мягко говоря. Видимо, потому что он экологический, поэтому он грязь полностью не отъедает. Обычно после той процедуры, когда я его наносил на машину, я еще тряпкой, ну, грязь растирал и уже смывал начисто. До этого был шампунь другой фирмы абсолютно. Так тот наносишь, и ничего не надо предварительно грязь смывать, ничего. Наносишь, минуту постояла, просто смываешь, и все, машина идеально чистая. Ну а сейчас ждем и смываем. Подытоживая, вообще сути ролика не конкретно о мойке машины, а о том, что вот не имея еще воды на даче и используя емкостную, и вот таким вот образом можно построить схему помывки, обеспечивая рабочий напор в автомойке с помощью насоса. Ну, как я говорил ранее, автомоечка слабенькая. Но вот таким макаром, сбивка грязи, нанесение шампуня, а потом смывка его, ну, достигается хороший результат относительно. Вот такой. Всем пока!